ужасно, просто отвратительно, понимаете? Лена, что происходит? Вы какая-то сонная сегодня. Проснитесь уж, наконец. Оля, мне больно видеть, что вы делаете со сценарием. Где саспенс? А почему не во рту? Вот. Марго, Виктор Михайлович, тяните одеяло на себя. Да. Федор Сергеевич, а может, все-таки вернем Настю? Кого? Вот эту совершенно поверхностную, эту бездарную, зажатую артистку? Да вы хотите, чтобы подвинуть реальный талант? Это не надо, и самодеятельность это. Простите, я хочу напомнить, что мне надо быть в театре. У меня сегодня важная премьера. Петрушка собирает друзей. Зовите свою Настю! Я не буду надувать это. Пусть оно хоть трижды проверено электроникой. Настя, как же ты не понимаешь глубиной этой метафоры? Это же резиновая сфера. Символ попранной столицы. Понимаешь? Я думала, просто прикол пошлый. Нет, символ. Федор Сергеевич, а у меня вопрос. Секундочку. Да? Я не понимаю, вот когда Оля хлопает меня по попе, я должна испытывать сада удивление или маза радость? Ты сейчас вспомните, о чем мы с вами говорили. Кто вы в этой истории? Женщина сложной судьбы. Так. Еду в бассейн, чтобы смыть с себя горечь вероломно прерванной любви. Внезапно прерванной, понимаете? Да. Вот. И какая у вас сверхзадача здесь? Правильно. А теперь представьте себе, что человек с такой же сверхзадачей задирает вам, понимаете, юбку и шлепает вас по этой попе. Что вы испытываете? Я чувствую себя попранной столицей. Вот, правильно. Давай, поехали. Пристегнулись. Давай. Стоп, стоп, стоп. Настя. Настя, я не вижу, чтобы ты сопереживала своей подруге. Ну, ногу задери! Выше! Оля, всю камеру не смотришь. Да смотрю я, смотрю! О, класс! Знаешь, кто ты? А? Ты дура за рулем. Точно, это мое зерно. Сделай нам страшно, как ты умеешь, чтобы люди ездить боялись. Давай, молодец. Поехали! Молодцы! Саспенс пошел! Давай. Зачем на колени? Фадей пришел. Привет. Ну, я тут ночь не спал, думал про нашу песню. Вроде все круто, но вот что-то не хватает. Что-нибудь про Россию. Эгэгэй, Россия, пристегни меня, матушка. А вот это классная идея, да? Стоп, это что, серебро? А я думал, Катя Лель снимается. Ну, за раз, девчонки, я спокоен. Трусы белые? Ну, все, это Грэмми. Максим, подожди секундочку, один вопрос буквально. Вот с основным месседжем мы, я понимаю, справились, трусы белые, да? Но вот вопрос, не слишком ли мы выпячиваем, понимаете, тему гетеросексуальности? Ну, просто посмотри, торчит или нет. Короче, девчонки, давай, поехали. Ой, девочки, я, кажется, КамАЗ раздавила.